Хакеры из организации «Анонимус» планируют сорвать предвыборную кампанию Дональда Трампа. В сети появился ролик, где миллиардеру и политику объявляют тотальную войну. Мужчина в маске Гая Фокса заявляет, что Трамп потряс всю планету своими ужасными идеями и действиями. Он назвал республиканца и его избирательный марафон отвратительным и пообещал, что хакеры сделают все, чтобы дискредитировать кандидата. Программисты собираются искать компромат, а также устраивать вирусные атаки на все предвыборные сайты Трампа. Крупное нападение анонимы запланировали на День дурака, 1 апреля. Чтобы подтвердить свои слова делами, взломщики выложили в сеть все персональные данные Дональда Трампа, в том числе личный телефон и даже номер социального страхования.